чтобы дойти до ближайшей остановки, нужно преодолеть участок леса. И этот лес не освещается, дорога там также плохая. Пробовала по этой дороге отправлять детей. Они несколько раз у меня ездили в том году на школьном автобусе. Но поняв, что это очень опасно, потому что в лесу еще есть дикие животные, бездомные собаки. Мы тут находили лису, видели. Если пройдет дождь, это все будет в разы хуже намного. Это будет каша, это будет грязь. То есть помимо вот этих всех неровностей, к этому ко всему добавится, что это будет все как бы сложно проходимое вообще. Прокуратура обратилась с иском в суд с требованием о принудительном возложении на ответчика обязанности по устранению вскрытых нарушений закона. Исковые требования находятся в стадии рассмотрения. Результат контролируется.